Молодой нищеброд по имени Майк проснулся ранним зимним утром, обнаружив, что у него осталось всего несколько копеек на покупку еды. Он встал с постели, оделся и отправился в магазин, который находился всего в нескольких кварталах от его дома. Во время пути к магазину Майк начал думать о своей жизни. Он был безработным и жил на пособие по безработице. У него не было друзей, и он часто чувствовал себя одиноким. Он задумался о смысле своей жизни и о том, как он мог бы изменить свою ситуацию. Когда Майк прибыл в магазин, он обнаружил, что цены на хлеб выросли, и он не мог позволить себе купить даже один бухан. Он огорчился и почувствовал, что его жизнь стала еще более безысходной. Однако в этот момент он увидел старую женщину, которая тоже была в магазине, но не могла дотянуться до бухана хлеба, который она хотела купить. Майк, не раздумывая, помог ей, достав бухан хлеба с верхней полки. Этот маленький жест оказался для Майка важным. Он понял, что даже в трудные времена он может помочь другим и что его жизнь имеет смысл, даже если он нищий и безработный. Он вышел из магазина с новой надеждой на будущее и с новым пониманием смысла своей жизни.